Здравствуйте! Тема урока – географические аспекты глобальных проблем. Сегодня на уроке вы научитесь определять и группировать причины и последствия глобальных проблем, а также научитесь определять территориальные проявления глобальных проблем. Начнем урок с географической разминки. Выберите внутриконтинентальную страну. Верно, это Парагвай, столица Асунсьон. Выберите внутриконтинентальную страну из данного списка стран. Совершенно верно. Это Венгрия, столица – город Будапешт. Ребята, вспомните, как классифицируются природные ресурсы. Природные ресурсы можно классифицировать на исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. К исчерпаемым относят возобновимые и невозобновимые природные ресурсы, к неисчерпаемым относят солнечную энергию, энергию ветра, земли, отливов и приливов. Пример исчерпаемых невозобновимых природных ресурсов – полезные ископаемые. Выделяют энергетические полезные ископаемые. К ним относят нефть, природный газ, уголь, торф. Рудные полезные ископаемые, например, железо, свинец, медь, цинк. И нерудные полезные ископаемые, например, строительные материалы. Ребята, причиной какой глобальной проблемы может стать исчерпаемость невозобновимых природных ресурсов? Верно, ограниченность запасов сырья является причиной возникновения сырьевой глобальной проблемы. История развития человечества – это история потребления огромного многообразия ресурсов. На всех этапах развития общества окружающая среда была источником пропитания для человека, а также ресурсов для его хозяйственной деятельности. Масштабы и уровень потребления сырья определяются социально-экономическими потребностями общества. Сегодня рост численности населения и бурное развитие производства приводят к увеличению спроса сырья с каждым годом. Только на протяжении XX века из недр земли было извлечено полезных ископаемых больше, чем за всю историю существования человечества. Согласно расчетам ученых Реймерса и Вольского, запасы минерального сырья на нашей планете оцениваются следующим образом. Медь, свинец, серебро и золото. По их оценке, запасов хватит на 15-20 лет, а запасы данных ресурсов близки к истощению. Нефть. Запасов данного сырья хватит на 30-50 лет. Природный газ. От 30 до 62 лет. Уголь. Более чем на 200 лет. Энергия, выделяемая при атомном распаде и ядерном синтезе, а также солнечная энергия, имеют практически неограниченный запас. Механизмом возникновения сырьевой проблемы является увеличение объемов добычи минеральных ресурсов.
Сегодня некоторые страны уже сталкиваются с сырьевой проблемой. Так начался процесс закрытия шахт на Рурском каменноугольном бассейне в Германии. На грани истощения нефтяные запасы Бахрейна. Сырьевая проблема приводит к возникновению энергетической проблемы. Монополизация производства энергетических ресурсов и бурное развитие потребляющих отраслей хозяйства приводит к дефициту энергетического сырья и резкому повышению их стоимости. Ограниченность основных энергетических ресурсов также способствует ускорению использования возобновляемых и неисчерпаемых альтернативных источников энергии. Сегодня в 32 странах действуют атомные электростанции с количеством блоков 449. Рассмотрим долю стран в количестве вырабатываемой электроэнергии на атомных электростанциях на 2020 год. 26% вырабатываемой электроэнергии на АЭС приходится на США. 12% на Японию, 17% на Францию, 6% приходится на Россию, также 6% на Республику Корею. 5% электроэнергии на АЭС вырабатывается в Китае и по 4% в Украине и Канаде. В различных странах доля электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, различна. Так, во Франции вырабатывается 71% электроэнергии на атомных электростанциях. На Украине 54%, также в Словакии. 49% электроэнергии на АЭС вырабатывают в Венгрии. В Бельгии более 47%. А какова же опасность выработки электроэнергии на атомных электростанциях? Верно. Главная опасность получения электроэнергии на АЭС заключается во вредном воздействии радиоактивных отходов на окружающую среду ввиду отсутствия хранилищ. Также возможность грандиозной экологической катастрофы делает выработку электроэнергии на АЭС опасной. Один из способов решения энергетической проблемы – использование альтернативных и возобновляемых источников энергии. Так, в 2018 году 26% электроэнергии было получено за счет использования возобновляемых источников энергии. Если на гидроэлектростанциях было получено более 16% электроэнергии, то на таких альтернативных источниках энергии, как ветровая энергия, было получено около 5% электроэнергии. Солнечные электростанции – более 2%, приливные электростанции – 0,5% электроэнергии. За счет биотоплива и получения энергии из отходов было получено 2,4% электроэнергии. В Республике Казахстан также активно развивается зеленая энергетика. В нашей стране действует 27 солнечных электростанций. Одна из них – СЭС «Бурная», расположенная в Жамбылской области. Имеет электрическую мощность 100 мегаватт. В стране действует 18 ветровых электростанций. Например, Кордайская ВЭС – электрическая мощность 21 мегаватт.
В стране действует 35 гидроэлектростанций. Одна из них, Шульбинская ГЭС на реке Ертыс, имеет электрическую мощность 702 мегаватта. Три биоэлектростанции общей электрической мощностью около 2,4 мегаватт. Рассмотрим некоторые пути устранения дефицита сырья. Один из них – завоз сырья развитыми странами из развивающихся. Например, Соединенные Штаты Америки импортируют около 1/3 железных руд и 90% бокситов. Япония импортирует уголь, нефть, железные руды. Следующий путь устранения проблемы – проведение масштабных геолого-разведочных работ. Сегодня на шельфе и дне Мирового океана обнаружено множество месторождений полезных ископаемых. Использование искусственных материалов вместо натуральных. Широкое распространение получило использование пластмасс, пластика, полиэтилена. Один из способов устранения дефицита сырья – повторное использование металлов. Например, в США, Японии и Германии вторично используются до 65% таких экологически опасных видов металлов, как свинец, цинк, медь, никель, алюминий. Итак, мы рассмотрели некоторые проблемы человечества, такие как дефицит сырья, энергетическая проблема. Нарастание сырьевой и энергетической проблемы обусловлено исчерпаемостью и невозобновимостью основных энергетических ресурсов. Возникает необходимость широкого применения новых энерго, сырье и ресурсосберегающих технологий. А для решения этой проблемы необходимы совместные усилия всего международного сообщества. Перейдем к выполнению заданий. Сгруппируйте причины и последствия энергетической и сырьевой проблем. Верно. Причины возникновения данных проблем – рост потребления природных ресурсов, неравномерное распределение природных ресурсов на территории Земли. Последствия – резкое повышение стоимости энергетического сырья, переход на использование альтернативных источников энергии. Определите по рисунку страны мира, которые могут столкнуться в ближайшее время с энергетической и сырьевой проблемами. Совершенно верно. Ввиду огромного экспорта углеводородного сырья с подобными проблемами могут столкнуться Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Россия. Подведем итоги урока. Сегодня вы научились определять и группировать причины и последствия глобальных проблем, а также научились определять территориальные проявления глобальных проблем. На этом урок окончен. До свидания.